Всем привет, друзья! В эфире Инстаньюз, дайджест интереснейших публикаций казахстанских селебрити в Инстаграм. В сегодняшнем выпуске Диас Аблаев, Аскар Бессембин и Шукан Маратулла. Диас Аблаев подробно объяснил, почему не хочет выступать на тоях, вот в этом посте. И дело тут даже не в том, что временами это доставляет неудобства, а скорее в том, что певец боится нанести самому себе вред, если вдруг, цитата, «не зайдет виновнику торжества». Ведь его репертуар отнюдь не тойский. Посему Диас планирует выступать на таких торжествах только в крайних случаях. Аскар Бессембин продолжает снимать кино, о чем он рассказал вот в этом посте. Но главная новость даже не это. Он до сих пор ищет себе ассистента. На постоянную, кстати говоря, работу. Конечно же, оплачиваемую. И, естественно, помощник режиссеру нужен смышленый, быстрый, а вот пол абсолютно не играет роли. Все вопросы Аскару в личку. Удачи! Кажется, совсем скоро состоится свадьба солиста Алдавай Шокана и его избранницы Анель Баталовой. Певец вовсю выбирает себе смокинг, и если верить вот этой публикации, идеальный свадебный лук он себе все же нашел. Правда, до сих пор не ясно, когда именно наступит день X. Ясно только, что со своим статусом жениха и почти мужа Шокан свыкся, с чем мы его и поздравляем. Компания Samsung предупреждает, влюбиться в новый Galaxy S8 и S8 Plus очень легко. Достаточно просто взять этот смартфон в руки, и сильные эмоции вам обеспечены. Революционный дизайн и умопомрачительные функции – все это может стать вашим уже сегодня. Приобретайте новый флагман во всех магазинах техники страны и не ограничивайте себя ни в чем. Ну а чем еще удивят нас отечественные звезды, узнаем в следующих выпусках. Хорошего вам дня!